Здравствуйте, товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня у нас утиная грудка. Такой хороший кусок, который мы сейчас здесь должны вырезать такими линиями, чтобы этот жир, когда жарим, попадал в это мясо, чтобы он хорошо жарился, давал вкус. Мы то повернем на другую сторону. Утка у нас венгерская. Все это мы посолим, поперчим. Чуть-чуть с этой стороны тоже да, порежем, чтобы было так чуть-чуть хрустяще, я люблю. Значит, обязательно все это опять посолим. Накрутим перец. Возьмем немного паприки, сладкие. Все это ставим в одну глубокую миску. Французы то любят делать с коньяком, а я люблю мариновать утную грудку с самаретом. Добавим грамм 100, зальем и оставим это на примерно 1-1.5 часа, пока наша утка не выпьет весь амаретто. Оливковое масло, много не надо. И включаем плиту не на максимум, а так чуть больше половины. Пока у нас нагревается сковородка, мы приготовим немного стручкового фасоля. Конечно, обязательно перво промойте, потом вырежите эти сухие края. Это с вами приготовили нами. Берем нашу грудку и поворачиваем ее на эту жирную сторону. Сейчас мы посмотрим нашу грудку, привернем на другую сторону. Как мы сейчас привернули нашу утную грудку, сейчас добавим стручковый фасоль. Порежем немного чеснока. Приготовим одну тарелку. Один помидорчик добавим для красоты. Порежем чуть зелени. Берем чеснок порезанный, добавляем и сразу убираем все с плиты. Гарнир пусть чеверчит. Возьмем нашу грудку. Она должна быть внутри розинка. Кто-то любит и с кровью, как стейк. Получается то, что надо. Сейчас я возьму немного гарнира. Нашу грудку добавим. Все это, конечно, накрутим. Посыпаем чуть зелени. Зальем еще немного оливкового масла. Я желаю приятного аппетита. С вами был ТВ Джем. Сереж, спасибо. Чао.